Тысячи работ, тысячи видеопрезентаций. Сегодня стартовал финальный этап конкурса «Дива России». Лозунг конкурса «Попробуй удиви». Именно сегодня участники и попробуют удивить всех членов жюри. А мы пожелаем им удачи. Это уже 8-й конкурс туристских видео «Дива России». Полуфинал прошел в онлайн-формате. Теперь для защиты своих проектов финалисты приехали в Нижний Новгород. Выбрать победителя жюри было непросто. Каждый проект по-своему неповторим. Везде красота нашей страны, живописные места Сахалина, Алтая, Иркутской, Приморской, Омской, Московской и Владимирской областей. Наш телеканал телевидения Петушинского района представил целых 5 авторских проектов. Защита проходила в нескольких залах. Организатор, мы еще раз вручаем еще вот такой пряничек, где в России. Ирина уже Владимирскую область представили также авторы портала «Туризм-33» с документальным фильмом «Живая нить традиции ковров» и директор музея Спиранского Инна Щегорцева. У нее сразу 2 проекта. Номинация анимации – это небольшой ролик, такое космическое путешествие в село Черкутино и экскурсия по улице Спиранского села Черкутино. Мультик, вы знаете, мультик, наверное, сподвигло то, что в этом году отмечается юбилей полета Юрия Алексеевича Гагарина, и как-то вот вдруг, знаете, торкнуло. Просто вот в одну минуту пришла мысль, и этот сюжет, и этот сценарий, и вот мне сначала муж говорил, ты занимаешься какой-то ерундой, а потом, когда увидел первые фрагменты, вот первые, когда сложились первые кадры, он сказал, о, это все, это здорово, это будет долго. Это были 3 напряженных и в то же время интереснейших дня. Кроме защиты проектов, организаторы подготовили для финалистов семинар. В нем своим мастерством делились все члены жюри. А среди них известные режиссеры, операторы, главные редакторы центральных телеканалов, специалисты в области туризма. Рассказывали о драматургии, новых трендах в съемке, важных элементах подготовки туристских видео. Мне это интересно еще потому, что я пытаюсь понять, что же зритель смотрит и почему он предпочитает вот это. Современный зритель, сегодняшний, интернетный, а не вот то, на что он ориентирован. То есть сейчас я это могу наблюдать вживую, а не какие-то теоретические строить положения. Я вот вижу, что вот это нравится, надо понять, почему это нравится, почему вот это смотрит много, а это не смотрит и так далее. Под ваши аплодисменты! Торжественное награждение прошло в зале нижегородской гостиницы «Шератон». Здесь же организаторы подводили итоги еще одного успешно проведенного традиционного конкурса «Дива России». Первый конкурс у нас проводился 8 лет назад. Это в 2013 году мы первый провели в Санкт-Петербурге. У нас было менее 100 работ тогда, где-то около 40 или 40 с чем-то финалистов. Ну а в этом году у нас уже около 2000 почти работ, ну 1600 там с чем-то, вот так вот. Вот работ и 500 где-то финалистов, треть из них вышли в финал. Победителей наградили грамотами и памятными подарками. Среди фаворитов участники из Камчатки и Сахалина. Видео этих финалистов не могли не поразить жюри. Представили мы 7 проектов в разных номинациях абсолютно, и от жизни и истории людей, так и о природе, ее активной, ее разнообразии камчатской, великолепие нашего острова, конечно, попытались передать своими видеороликами. Надеюсь, и судя по обратному отклику жюри, всем понравилось, и Андрей Захаренко, которого я представляю, видеоролики, которые каждые 7 роликов его, я думаю, ему очень приятно, и он доволен своей работой. Подчерпнули, в том числе и от экспертов, как нужно делать ролики, которые становятся не только вирусными, но и качественными, которые хочется пересматривать еще и еще, и которые действительно выведут нас на новый уровень. Взяли несколько секретиков, которые будем использовать и будем удивлять в следующем году ничуть не меньше. Наш телеканал стал победителем во всех представленных нами номинациях. Теперь о туристических местах нашего района узнали жители всей России. А сейчас о местах. Проект «Покровский пряник» – сладкий бренд Владимирской области – занял первое место в номинации «Туристские подарки и сувениры». Проект «Куда съездить? Гостецкий двор или удивительное рядом» был удостоен 2 места в номинации «Телевизионные репортажи. Культура и люди». Ролик «Сырмарка» Джона Каписки в номинации «Гастрономический и винный туризм» получил 3 место. В номинации «Документальный фильм» под номинация «Природа» 3 место получил фильм «Велопутешествие по Заполярью». Дима России, попробуй удивить!
А мы уже обдумываем новые сценарии, а еще собираемся участвовать в международном конкурсе «Дива Евразия», куда после победы наша команда проходит автоматически.